Как лучше сделать? Я увидел, что письмо пришло, значит, не согласны. Так, а как не согласны, если это согласно закону? Михаил Федорович. Мы идем согласно. Михаил Федорович, можно перебью, секундочку. Да. Я хотел бы поздравить вас с приходящим, брат, уже мало еще, не с день рождения. Отца, да. 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 Поздравления, дай Бог ему здоровья, спасибо его за труд, всего депутатского корпуса. Да. Очень достойный человек. Передайте наши поздравления. Хорошо. Такой вопрос, а нельзя ли фестиваль «Дружба», чтобы он не участвовал в грантах, просто забрать под управление культуры? Можно. Можно? Ну, можно я тогда скажу. В принципе, вот эти, то, что мы предлагали, я так просто не прослушала. Я поняла, что это старая форма, и сейчас уже таким образом общественная организация не может финансироваться. Да, я так поняла. Но тогда я... как тогда нам строить, потому что в принципе с 96 года мы эту финансовую поддержку просили очень сильно, мы ее добились. Как нам быть в таком случае? Будем ли мы получать поддержку, в том числе и вот на наши вот эти вот проекты? Ну, Лариса Радовна здесь предоставила документы, в том числе про штатный расклад. И сейчас я не права, они просят поддержку, потому что увеличилась заработная плата минимальная, податковое навантаження на заробітну плату і у цій частині, в тому числі, фінансування. Я правильно зрозуміла, що вам не вистачає на ці питання? Вот это, ну, как бы по старой программе, да, у нас получается вот эта финансовая поддержка идет на заработную плату, да, на штатное расписание. Да, нам не хватает по старой программе, нам пришлось уволить методиста, к сожалению. Потому что с самого начала, с 96 года у нас работала такая система, которая давала свои результаты. Почему мы, в принципе, хотим ее сохранить? Потому что членские взносы мы не собираем, поскольку у нас входят юридические организации, которые собирают внутри себя эти членские взносы. И членские взносы у нас получается, что это тот вклад общественных организаций в наши общие проекты. То есть это день родного языка, это вот постоянные встречи со студентами и школьниками. Но если перепрофилировать идеи, которые мы берем на зарплату, а с проектами, которыми, ну то есть поменялась точка зрения, то есть финансирование может быть собственно на фестивале, на проекты, на конкретные мероприятия, которые вы хотите провести. У нас есть, у нас постоянно вот деятельность, каждый месяц у нас проект. То есть вот почему эта деятельность, почему в принципе хотели, чтобы эта деятельность продолжилась? Потому что у нас работники получали заработную плату, поэтому работа у нас была системная. Структуру управления и подчинения управления, и тогда вы становитесь не общественной организацией, а бюджетной организацией, если это бюджетное финансирование вашей зарплаты. Но у нас прописывалось в программе прошлое просто финансовая поддержка. Каким образом мы... Нет. Она просто была финансовая поддержка. Но мы решали, у нас заседание совета каждый год проходит, отчитывается правление, и коллективный орган совета, в который входит 21 национальное культурное общество, принимал решение, что эти деньги мы пускаем на ту систему, которая уже выработалась и которая дает хорошие результаты. Потому что за это время, я в принципе, могу показать вам результаты вот этой вот системной работы, это постоянная работа, это постоянные проекты, постоянные встречи, это выпуск книг, издано 6 книг, мы говорим, слово «Редно», очень большое исследование, «Пугалающина богатая национальность», «История русского». Оно все выдавало за рахунок бюджетников. Вот. Именно потому, что государство с 96 года, оно как бы услышало нас и помогало нам. Именно вот государственная поддержка шла. Ну, я...